Реальность уходящей рабочей недели. Вспомним важное, сопоставим факты, выслушаем мнения и комментарии. Вместе с информационной службой редакции «Репортер 73» итоги подведу я, Евгений Луковкин. Здравствуйте. По примеру президента, относительно новый в массе тренд у руководителей регионов выходить на прямой диалог с жителями, в который Алексей Русских влился органично сразу после назначения Владимира Путина на должность в Рио главы Ульяновской области, заявив: «Пишите и сообщайте обо всех проблемах в мои аккаунты в соцсетях». И тут же получил вал вопросов и предложений, которые, как мне кажется, во многом помогли новому главе быстро разобраться с кадровой ситуацией в обверенной области, уточнить детали, разметить приоритеты и принять решение по изменению состава местного правительства. На этой же неделе Русских провел прямую линию, повторяющую по формату путинские. Более 5000 вопросов, собранных меньше, чем за неделю. Топовые темы – здравоохранение, в частности, ковид, вакцинация, водоснабжение и газификация сельских районов, вопросы экологии. Разница с главой государства не только в количестве полученных обращений, но и в подходе к работе над ними. Президент своими ответами и реакцией задает общий тон к принятию решений по стране. Губернаторы на местах не только следуют в русле федеральной повестки, но и обязаны как можно быстрее решать проблемы каждого, стимулируя муниципальных чиновников не отчетами в папках размахивать, а работать на результат. Более 5000 обращений – маркер заинтересованности ульяновцев в живом общении с представителями региональной власти, где, как ни на прямой линии, острые темы попадают точно в цель. Здравоохранение – из наиболее острых. Пандемия не только добавила проблемных точек, но и обнажила некоторые давно копившиеся моменты. Например, пункт вакцинации на Гончарова 11 работает до 18:00. У нас многие люди, простите, работают до 18:00, и отпроситься в рабочее время не так уж и просто. Есть жалобы от больных с хроническими заболеваниями, которые вроде как и готовы привиться, но при этом их лечащие врачи уходят в отпуска. И проконсультироваться с тем, чтобы получить вакцину, или же не стоит, стоит подождать, у них возможности нет. Я поручал вице-премьеру Сергею Сергеевичу разобраться в этом вопросе, организовать, если нужно, вакцинацию во вторую смену. По отпускам разработать график таким образом, чтобы наши жители нашей области, которые имеют какие-то там болезни, патологии, в любом случае могли получать эту необходимую консультацию. Прозвучали абсолютно нормальные, абсолютно адекватные вопросы, и мы абсолютно не скрываем, что система здравоохранения Ульяновской области требует не только совершенствования, но и в чем-то реорганизации. Вот. И тогда действительно очень тяжелый, а зачастую героический труд врачей, он будет более рационален и, как следствие, более эффективен. Ребром вопрос транспортной доступности. Тема актуальна, как ни парадоксально, не только для жителей отдаленных районов. В областном центре график частных перевозчиков часто не совпадает с потребностями горожан, а муниципальный подвижной состав ограничен электротранспортом. Вопрос на стадии решения. До конца месяца в строй войдет заволжская развязка президентского моста. Появятся новые маршруты, связывающие два берега. Обновлен автобусный и трамвайный парк. 150 СИМАЗов и 29 трамваев уже на улицах. Движение продолжается. С следующего года начинает работать федеральная программа модернизации пассажирского транспорта. Она будет действовать по предварительным таким оценкам 3 года. Мы уже свои заявки туда подали. Хотим приобрести дополнительно 50 новых трамваев, 30 троллейбусов. Вопросы экологии, благоустройства, работа рекоператоров и рекультивация полигонов, газификация сел. Слабые места хорошо известны, но как бы ни хотелось жителям, решить все в один момент невозможно. Водоснабжение – это самый больной вопрос этого сезона. Аномальная жара, она требует от людей поливать свой урожай, это очень понятно. Поэтому много мы вложили, Алексей Юрьевич назвал эти цифры, более 500 000 000 рублей водоснабжения. Но хроническая накопившаяся проблема, они так вот одноразовый эффект не позволяют получить. Каждый сигнал услышан, и даже те вопросы, что не прозвучали во время прямой линии, лягут на столы руководителей профильных министерств не мертвым грузом, а рабочим руководством к действию. Вера Мещерякова, Сергей Рябухин, репортер 73. Обратить внимание Алексея Русских стоит, по моему мнению, и на организацию работы социальных служб в регионе. Формальным поводом может служить история с матерью-кукушкой, оставившей малолетних детей одних. Цитата: «Главное, чтобы не быть с ними». Конец цитаты. И причина, по которой женщине теперь задают море иных вопросов сотрудники следственных органов.
Некоторые эксперты считают, что в России система соцподдержки сбоит, в том числе и из-за сложностей, которые возникают при общении со социальными родителями. Гораздо проще сделать а-та-та и поставить на вид обычной семье, где волей обстоятельств случилось ЧП с ребенком. Прогнать через сон проверяющих, усилить эффект обязательством общения с психологами и товарищами в форме сотрудников ПДН с маргиналами часто просто боятся связываться. Что им угрозы? Они сами кого угодно застроят, а не получится, обматерят и плюнут. О том, что система несовершенна и частенько сбоит, говорит и вернувшаяся из отпуска омбудсмен по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Смарода, внимательно следившая за развитием ситуации, в том числе и по сюжетам нашего телеканала. Что касается работы всей системы в целом, это уже не первая ситуация, которая имеет высокий резонанс, и она также происходит по Засвияжскому району. Мы провели комплексную всестороннюю оценку, как уполномоченные по правам ребенка выдали соответствующие рекомендации всем о необходимости принятия срочных административных мер по повышению эффективности работы всей системы субъектов профилактики, и не только по Засвияжскому району, но и уже успели обсудить с исполняющим обязанности главы города о необходимости перестроить эту систему и наладить эффективную систему взаимодействия, которая будет направлена прежде всего на раннее выявление вот таких вот ситуаций, которые могут довести уже до критической точки, до точки кипения. Сейчас мы будем перестраивать в любом случае работу. Я очень надеюсь, что руководитель областной комиссии по делам несовершеннолетних примет предложение уполномоченного, поскольку я обратилась с необходимостью проведения внеочередного заседания по рассмотрению подобных ситуаций и выработке решений, как мы будем действовать дальше. Как дети малые. Меткое определение, данное в одном из комментариев под сообщением о решении городских властей Ульяновска отрезать часть дорожной сети центра под велополосы. Смелый эксперимент, заявил первый заместитель главы города Алексей Гаев в эфире программы «Разберемся» минувший четверг. А чуть позже молодежное правительство Ульяновской области сообщило: начинаем эксперимент тактического урбанизма, заявив о намерении попробовать вывести парковку УЦУМа из-под автомобильных колес в пользу пешеходов. Тактического урбанизма, едко отреагировали соцсети. Город нерешенных проблем и смелых творческих исканий. Это про Ульяновск. Удобно, неудобно, этот вопрос сегодня не ставим. Задумаемся, кто оплачивает банкет? То есть за чей счет на дороге нанесена та же велоразметка? Налоги платят практически все работоспособные жители города. На велосипедах от общего числа регулярно перемещается, дай бог, 5%. И еще, так до сих пор и не ясно, если это комплексное решение, если полосы действительно свяжут все районы города, то где план по этому проекту? Можно ознакомиться? А если это все-таки искрометное озарение, то почему его не начали на современном, комплексно застроенном, молодежном, любом новом микрорайоне? Вспоминается еще одна ситуация на неделе. Пролет под старым Волжским мостом легкомоторного самолета. Хулиганство или подвиг? Сам пилот в эксклюзивном интервью нашему каналу объяснил поступок заботой о безопасности других людей, назвав случившееся вынужденной мерой, и попросил обратить внимание на проблемы развития малой авиации в регионе. В общем, был в тренде, шокировал и обозначил позицию. Валерия необходимо спасать во что бы то ни стало. Он заработал себе репутацию воздушного лихача. Ну, бандит, держись! Пролетел, батя! Пролетел! Из 1924 в 2021 легендарный пролет Валерия Чкалова под Троицким мостом в Ленинграде практически повторяет наш земляк Андрей Бакушев. Подтверждают видео, снятое авторегистратором, и правоохранительные органы. Около 6 часов утра в дежурную часть Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что между 6 и 7 пролетом моста через Волгу пролетел легкомоторный самолет. На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Пока выясняют правоохранители, наша съемочная группа мчит в Красный Яр. Там, по предварительной информации, находится авиапарковка для самолетов малой авиации. Село Красный Яр. Вот такая парковочная площадка. Официально она была зарегистрирована только в этом году, хотя самолеты здесь были и раньше. Просто было много бумажной волокиты, поэтому официально зарегистрировали только в 2021. В настоящий
настоящий момент здесь находится 5 самолетов, хотя всего их с добрый десяток. Ну и, конечно, сами авиаторы говорят о том, что хорошо было бы объединить всех авиалюбителей, чтобы, как говорится, все в одном. Вот, например, на этой территории. А пока один за всех. Человек, неистово влюбленный в небо. Авиатор с 40-летним стажем Андрей Бакушев. В полуденный зной встречает нас на мини-аэродроме, чтобы рассказать о полете утреннем, запланированном из Шмелевки, что в Татарстане, сюда, в Красный Яр. Когда я уже летел, получил информацию, что здесь идут учебные полеты. То есть Ан-2, эскадрилья, то есть крутятся-вертятся, ребятишки. Ну, когда учебный процесс, лучше не мешать. Поэтому я запросил у диспетчера, давайте я пройду по берегу. По Волге. Ну, неизбежно я прихожу на этот самый, на Императорский мост. Высота меньше 100. То есть препятствие высокое, я иду против солнца, остекление, то есть я не все вижу, может там какие-то антенны. В столь чрезвычайных условиях Андрей принимает экстренное решение – взмыть не вверх над мостом, а пройти по низу, между 6-м и 7-м пролетом. Там обычно курсируют пассажирские теплоходы. Наш мост взять, там вот тих-тих машины идут, ни вправо, ни влево, никуда. Вот, практически. И вот это все сверху будет падать, еще и бензин и так далее, и людям спрятаться некуда. Да? Когда оно снизу, вот эта муха, если она даже если зацепится, никто даже не заметит. Продиктованная всеобщей безопасностью, авиатор свое решение, тем не менее, называет ошибочным. К разбирательствам готов, а со своей стороны просит. Обратите внимание на малую авиацию. Тогда партизанско-подпольные вылеты прекратятся. Ровно как и аналоги подвигов дней минувших. У нас сложно летать в этом отношении, потому что действительно это вот авиационная столица, она не зря так называется, по той простой причине, что здесь уже серьезное воздушное движение, там училище летает, там, ну, институт гражданской авиации. Здесь эскадрилья летает, испытательные полеты, 2 международных аэропорта. И мы в этом узле находимся, и надо действительно подумать, как вот стать образцом вот как бы правильной эксплуатации. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. На этой неделе мир отметил День здорового сердца. Праздник, на первый взгляд, сугубо профессиональный для врачей-кардиологов. Но нет, необходимость отдельного дня для внимания к проблемам людей с сердечной недостаточностью актуален для всей планеты. Вот цифры статистики, которые красноречиво говорят – это не пандемия. Из-за патологии сосудов и сердца на планете ежегодно гибнет 18 миллионов человек. Из них целых 7%, 1 300 000, жители России. По данным 2020 года, проблемы с кардиологией имеют 22 миллиона жителей нашей страны, а в Ульяновской области каждый 10-й. И по прогнозам ученых, после пандемии ожидаем максимального всплеска сердечно-сосудистых недугов, ведь коронавирус тому способствует. Сможем ли этому противостоять, выясняла Татьяна Домоданова. Помощь вызвали, скорую помощь. 45 километров от нашего населенного пункта и 75 потом километров нас привезли сюда. Оперативную помощь оказали. У меня уже ни давление не просматривалось. И плохо я себя чувствую, очень плохо. Жительницу Майнского района Раису Качкурову поставили на ноги за 9 дней. А всего через первичное сосудистое отделение медсанчасти всего за полгода прошло свыше 1000 больных с различными сердечно-сосудистыми патологиями. Кому-то, как Раисе Михайловне, требуется оперативная диагностика, другим – хирургическое вмешательство. В ряде случаев у нас есть не более 2 часов. А в некоторых случаях по прошествии суток уже оперативное лечение противопоказано. Поэтому важно очень быть к себе внимательным, следить за своим здоровьем. Избегать стрессовых ситуаций, как-то, возможно, изменить свое отношение к некоторым ситуациям. Ну и, конечно, вакцинация от некоторых инфекций, в том числе от гриппа, от коронавирусной инфекции. Ковид добавил мрачных красок в общее кардиологическое полотно. Инфаркты, инсульты, нарушение сердечного ритма. С последствиями перенесенного коронавируса ежедневно сталкиваются и в областном кардиодиспансере. Сейчас подчас это пациенты, которые жалуются на повышенную усталость. Это пациенты, которые жалуются на тахикардию, то есть учащенное сердцебиение, которые приходят просто с жалобами на недомогание. И в принципе, конечно, более углубленные исследования показывают, что сердечно-сосудистая система, конечно, была задействована. Каждый 10-й житель региона живет с патологиями сосудов и сердца. Все чаще это трудоспособное население, причем в области ситуация патовая. На всю глубинку 9 врачей-кардиологов, то есть в ряде районов их просто нет. Так что вопрос доступности медицинской помощи пробуксовывает, а частичным ответом становятся акции.
Например, двери диспансера распахнулись во Всемирный день здорового сердца, что отметили 11 августа. Для всех обратившихся – бесплатное скрининговое обследование с назначением более глубинных, если нужно, манипуляций. Наталья Александровна, у вас день рождения сегодня, наши поздравления. Спасибо. И каково это, когда получается, что твой день рождения совпадает с профессиональным праздником? Для врача-кардиолога день здорового сердца, ну это, да еще и день рождения, это просто хороший знак, будем считать. Это к счастью, это к успеху. Однозначно, пандемия добавила врачам-кардиологам работы, и теперь они занимаются реабилитацией не только после инсультов или перенесенных операций, но и после ковида тоже. Каждый сам находит для себя релаксанты. Например, наша героиня, врач-кардиолог Наталья Калагина, занялась фотоискусством. Посмотрите, какие работы. Она уже не единожды выигрывала различные фотоконкурсы. Ну а помимо фотографий есть еще литература. И сегодня в подарок мы получили поэтический сборник под названием «От сердца к сердцу нить». Как эту самую нить укрепить и обеспечить бесперебойную работу внутреннего мотора? Эксперты неизменно дают ссылку на ЗОЖ, позитив и диспансеризацию. Пожалуй, лучше по ней перейти, ведь более 18 миллионов летальных исходов в мире ежегодно происходит из-за сердечно-сосудистых катастроф. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. «Голосуй или проиграешь» – один из слоганов предвыборной кампании Бориса Ельцина на выборах 96 года. Был и еще один – «Голосуй сердцем», слившийся в народном сознании с первым. Команда действующего тогда президента взывала к чувствам россиян, намекая, наверное, что разумом в политических игрищах той эпохи не разобраться. Нынешние выборы в Государственную Думу во всех регионах, не только в Ульяновской области, по обилии участвующих партий и движений напоминают избирательные кампании той поры. Силы и политики маститые и тяжеловесные, силы и политики попроще, но уже примелькавшиеся электорату, юные силы и движения, совсем незнакомые фамилии, карабкающиеся в 450-кресельный Олимп – Государственную Думу Российской Федерации. Что происходило и происходит в политпространстве Ульяновской области на этой неделе, расскажет Вера Мещерякова. 24 число. Окончательные списки по двум избирательным округам Ульяновской области сформированы. На этой неделе облсбирком рассмотрел пакет документов самовыдвиженца Алексея Якушева, известного выпуском «Масло новичок», и принял решение отказать ему в регистрации на основании недостаточного количества подписей. Такой итог вылился в эмоциональную оценку ситуации со стороны несостоявшегося кандидата. Хреновая ситуация. Почему? Потому что кроме избранных, всем остальным нельзя участвовать в выборах. Кто такие избранные, кем они избраны до народного голосования, фермер, не сумевший заручиться поддержкой нужного числа избирателей, не уточнил. Передвинуть парламентские выборы на декабрь предложили Центризбиркому представители партии «Роста». Связано это с растущим уровнем заболеваемости COVID-19. Глава ЦИК Алла Памфилова идею не поддержала, отметив, что нет никакой гарантии, что пандемия прекратится спустя несколько месяцев. Для обеспечения безопасности потоки избирателей разведут, а сама процедура разбита на 3 дня, равноценных с точки зрения законодательства. Партия «Зеленых», «Родина», партия пенсионеров хранят предвыборное молчание. На официальных ресурсах минимум свежей информации, чем живут и как планируют отвоевывать внимание и симпатии электората, не особенно понятно. Причем ситуация не сильно разнится на уровнях регионов и федеральном. Пора выходить из тени. Совсем скоро до дней голосования откроется буквально обратный отсчет. И пока политики рассказывают избирателям о себе и своих планах, люди в Ульяновской области, не дожидаясь решений сверху, сами творят свою судьбу. Стратегическая сессия «Движение вверх» продолжилась в Цельнинском районе. 18-е по очереди снова показала главный вопрос, который хотят решить жители в сельской местности – демографический. На самом деле направление верное. Демография объединяет в себе вопросы медицины, образования, социальных гарантий, рабочих мест, спортивного развития, активного отдыха и возможностей для самореализации молодежи. Тут мало заявить, хотим вот это вот. Сказать, нужно сделать так, чтобы жилось хорошо. Необходимо проработать и реально действенные способы получить желаемое. Именно поэтому участниками сессии становятся и профессиональные эксперты, и местные власти, в том числе представители руководства области и полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. Что решили в Большом Нагаткино, расскажет Максим Бажанов. Вы мне скажете, что нужно сделать. Я скажу путь. Я переговорю с Медведевым. Я переговорю, так сказать, с Мишустином. Мы с Алексеем встретимся с русских. И уж точно, поверьте мне, если это действительно вам нужно, мы найдем о том, что это сделать. Верное движение вверх к развитию добралось до Большого Нагаткина. Здесь, как и по всей стране, в селах главная проблема – отток молодежи. Банально нет комфортных условий для жизни и создания семьи. Сегодня Ульяновская область
очень волнует проблема демографии. Мы ежегодно теряем 8-10 тысяч человек. По данным статистики, если дело пойдет таким же образом, нас через 7-8 лет область потеряет еще 100 тысяч. Задача таких цифр не допустить. У жителей Нагаткина есть идея. Нужны дополнительные меры поддержки для молодых семей. Например, включить декретный отпуск в трудовой стаж. А еще с детства закладывать в головы молодежи азы семейных ценностей. Проводить уроки семейной этики и полового воспитания. Если стоит вопрос о увеличении демографии, что должно знать молодое поколение? Это может быть защита о выплатах. Что вообще делает государство? Как поддерживать? И, конечно, для успешного движения вверх здоровой демографии нужны комфортные условия. Стабильная вода, газ, электроэнергия. Жители села предлагают переходить на альтернативные источники энергии. Воду получать из осадков, электроэнергию от солнечных батарей, а газ из биоразлагаемых продуктов. Еще одна инициатива отдаленно в тему демографии – обучение молодежи техническим навыкам со школьной скамьи. Наши дети танцуют, поют, рисуют, но нет технического начала. Мало кружков доп. Образования технической направленности. Вот я хочу реализовать эту стратегию в этом направлении. Также среди идей были отмечены развитие экотуризма на территории села и строительство спортивного клуба с базой отдыха. Идей много, планы амбициозны и внушают оптимизм. Проблема демографии в селах, в том числе в Большом Нагаткино, будет решена. Репортеру 14 лет. Наша любимая работа и ваш любимый телеканал за это время сменил 3 адреса, всегда оставаясь рядом в телевизоре, в интернете, а с этого года еще и в мобильном приложении. Мы выходим в эфир ежедневно и не только на 21-й региональной кнопке, но и в эфире общественного телевидения России. Объединяем все районы региона и регион со всей страной. Можно долго говорить, но сами знаете, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Именно этим мы занимаемся. Транслируем не слухи, а факты, потому что любим вас. Смотри, написано: уважаемые сотрудники, когда-то ведь для нас писали. Да. Наша была дверь. Да, это была дверь репортера с 2007 по 2015 год. Ну, в принципе, вот здесь написано, работают люди, и это непогрешимый факт. Здесь всегда кто-то работал. Долгое время работали мы. За эти годы вы нашими глазами видели многое. Это мы первыми оказались близ полыхающего арсенала в 2009-м. Первые с Дмитрием Медведевым и Ильхамом Алиевым в этом же году тестируем новый президентский мост. Наблюдаем смену локации сборки Ил-76 из Ташкента в Ульяновск и производство лопастей для ветрогенераторов. Освещаем многочисленные выборные кампании и пертурбации в эшелонах власти. Работали тогда, трудимся сейчас, уже по новому адресу. 14 интенсивных лет в информационном пространстве региона, добывая и проверяя новости, оперативно выдавая их в эфир. Смотрю и коллег наших из других регионов, и с Кирова, и с Мариэл, и с Мордовии, с Саранска, вот с Поволжья, да, там Татарстан, Самара. Мы очень на хорошем уровне. Вот если честно, по региональным каналам Приволжского федерального округа, да нас, насколько мне известно, и на России неоднократно отмечали. 9 выигранных федеральных грантов и 20 постоянных телепроектов. Эфирное вещание в первом мультиплексе на частоте общественного телевидения России и собственная интерактивная студия. А еще приметы есть. Знаете, какая есть примета? Когда заходишь в студию первый раз, там еще темно, нужно обязательно снять ботинок и кинуть его вот так вот. Вот, потому что там должен быть студийный, он должен тебя пустить. У нас много задач интересных, много здесь записей. Такой трансформер, игра в пятнашки. То есть мы быстро переставляемся, записываем одно, другое. Реальность неизменно первая в рейтинге смотрибельности. Затем разберемся, будь здоров, и ежедневное двухчасовое шоу «Утро с репортером». Наверное, ведь какой-нибудь отклик был. Наверняка какие-нибудь женщины, мужчины подходили и говорили: «Это же вы, тот самый. Тот самый, утренний». Да, причем очень неожиданно, не только в Ульяновске, в Димитровграде. В Димитровграде, да, продавщица в магазине сказала: а вы что, к нам прям в магазин? Я же вас вот только с утра смотрел по телевизору. Журналистов, стартовавших когда-то на репортере, теперь лицезреем и на каналах федеральных. Корифеи наверняка помнят корреспондента и ведущего Александра Сиротина. Приветствие репортеру шлет из Петербурга. С помощью тебя и благодаря тебе в какой-то момент я понял, что важнее, чем человек у человека, может быть только дело.
человека. А это легендарная Петровка 38 и наша Елена Бабаева. Время 2 часа ночи, а я пришла к любимому репортеру. Знаю, что здесь меня ждут в любое время. Репортер был у меня первым, научил меня профессии, помог мне найти верных друзей. Репортер 73. Живи и смотри. Все только начинается. И как бы ни говорили, что времена трудные, сегодня правда не нужна, правда нужна. Мы тем и отличаемся, что мы работаем честно, никогда не обманываем своего зрителя. Искренне поздравляю с очередной датой. Надеюсь, что будет и 28-я, и 50-я. И вообще очень хочется, чтобы этих дат было много-много-много. Что всегда хочется отметить, это высокий профессионализм сотрудников, которые очень быстро, мгновенно, погружаясь в тему, становятся не просто интервьюерами, а очень интересными собеседниками. Коллектив стал узнаваемым и хорошо узнаваемым. Поэтому вот те передачи, они разноплановые, которые готовит ваша редакция, ваш канал. Их смотрят, ну, я не боюсь сказать, наверное, больше половины зрителей, больше половины жителей, вернее, нашего региона, потому что они очень интересные. Долгие годы бок о бок с вами работаем над информационной картиной нашей области. И я хочу сказать, что вы крутые профессионалы, креативные, творческие, замечательные ребята. Я желаю вам долгих-долгих творческих лет, новых интересных, талантливых идей и новых профессионалов в вашем коллективе. Уверена, что вы покорите не только региональные, но и федеральные вершины и выйдете на мировой уровень. 14 лет – сложный подростковый и в то же время максимально перспективный возраст. Именно в 14 лет каждый из нас получает паспорт гражданина Российской Федерации. Ну а паспорт репортера – это его эфир, круглосуточный и информативный. Многое лето, родной канал. С днем рождения. Все только начинается. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов и Юрий Тимонин, Константин Никитин, репортер 73. На скорости 60 км в час даже на сухой дороге расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее! Понимают, что важно для безопасности вашего ребенка. Ребенок в машине должен быть в автокресле. Напомним телефоны 30 41 73. Ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Делайте новости вместе с нами, звоните 30 40 73. Скачивайте приложение «Мобильный репортер» и делайте эфир ярче. Региональный телеканал Ульяновской области можно смотреть и в эфире первого мультиплекса утром и вечером на ОТР. Увидимся!